Привет, ребят! Я вас хочу пригласить на онлайн-марафон, который состоится 26 числа, уже совсем скоро. На этом марафоне мы будем прорабатывать не только свою психику, но и свою физику. Мы узнаем, что такое наше тело, что такое наша физика, почему мы думаем, что голова нами управляет. Почему мы думаем, то, что происходит в голове, это никак не связано с нашим телом. Либо связано, но не так, как нам бы хотелось. На этом марафоне мы с вами научимся чувствовать свое тело. На этом марафоне мы научимся слышать те сигналы, которые нам дает наше тело, и которые транслируются через наши мысли, через наши ощущения. На этом марафоне вы перейдете на новый уровень вашего питания либо непитания. На этом марафоне вы найдете своих единомышленников, с которыми вам будет легко идти в нового себя. После этого марафона вы уже не будете прежним. Это ваш новый уровень осознания, это ваш новый уровень восприятия себя. Это ваш новый уровень познание того, где вы находитесь. И, конечно же, это удобный формат, потому что не все могут присутствовать лично. То здесь мы будем с вами проводить эфиры, они будут ежедневные. Вам нужно будет всего часа полтора в день. Там будут обязательные домашние задания. Они будут для вас, не для меня. Это очень важно. Если по каким-то причинам вы не смогли присутствовать на эфире, то, конечно же, у вас будет запись. И эта запись, она сохранится у вас на постоянной основе. Вы можете в любое время пересмотреть марафон с новыми осознаниями, с новыми пониманиями. Поэтому, если у вас очень плотный график, в вашей жизни, в вашей работе, то, конечно же, этот марафон для вас. Присоединяйтесь. А я вам покажу те моменты, о которых вы до этого момента точно не предполагали, что они есть. Это ваш путь, вашу новую жизнь. Но только для тех, кто уже точно знает, что хочет осознать нового себя, возможности себя. Присоединяйтесь, я жду вас.